진짜 격정 많이 하시더라고요. потому что я не помогла вам. Я сегодня опоздала к моим корейским родителям, поэтому взяла с собой всю косметику и накрасилась в туалете. Вот. Сегодня, говорят, будет дождь, поэтому я надела такую обувь с открытым задником.다 같이 먹어요? 유튜브에 찍어요. 색깔이 너무 예뻐. 잘 뺐어요. 예쁘게 뺐어. 블로그 같은 데 올리려고. 블로그에 올라갈게. 여기 앞에서 찍어야 되지. 앞에서 찍었어요. 이제 한 달 되면 가을이니까. 여기도 봐. 점점 계속 심고 있어. 이것도 권사님이 하셨어요? 내가 다시 원한 거예요. 가을에 이제. 가을이 꽃 좀 또 피라고 다 심어놨어. И мне нужно бежать на работу. Какой здесь беспорядок. Мне родители купили вещи и
Мне нужно это все как-то еще все разбросано сзади. В общем, я уже чуть-чуть опаздываю. Вы, наверное, думаете, почему я все время в этой шляпе? Потому что я не помыла голову. Ребята, я наконец-то дома. Время 22:36. И я сейчас собираюсь примерить одежду, которую мне подарили родители корейские. Вот, поэтому хочу посмотреть, как это будет смотреться на мне. И самое главное, посмотреть по размеру. Потому что в корейских магазинах в большинстве случаев нельзя мерить. Поэтому я не смогла померить одежду, а просто взяла то, что мне дали.